Отчитались о важном. На заседании городской думы чиновники рассказали, как проходили реконструкции и капремонты на муниципальных объектах по культуре, спорту и здравоохранению. В прошлом году отремонтировали 22 здания. В этом работы уже начались на 28 городских объектах. Одними из самых крупных строек в 2017-м стали реконструкция 14-й и 17-й поликлиник. Проведено обследование сразу нескольких детских садов и школ. Чтобы провести противоаварийные работы, нужно составить смету. Особо активно граждане поручают депутатам проверить то, как проходят ремонты. Чтобы процесс реконструкции был под нашим контролем, чтобы деньги были использованы правильно, качественно и грамотно. И надо сказать, что вот эта вот спайка общественность, депутаты и исполнительная власть в виде администрации, это то, что вот закрывает все ступени, необходимые для успеха. То есть возникает проблема, ее обозначают, вот, ее начинают исполнять, вот, и в процессе исполнения идет достаточно серьезный контроль.